Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание лавровому листу и поговорим о том, как вы можете использовать лавровый лист, чтобы улучшить свою жизнь. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, а прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Это наш с вами энергообмен. Кто ставит лайк, тому деньги приходят легко. Друзья, на кухне у каждой хозяйки, которая любит готовить, имеется всегда лавровый лист, а у тех, у кого его еще нет, все-таки мы рекомендуем приобрести. Это специя, которая используется для приготовления большого количества блюд, как мясных, так и рыбных. Он делает блюда пикантными, ароматными и неповторимыми, как по вкусу, так и на энергетическом уровне. Но не все хозяйки знают, даже те, которые его любят и постоянно употребляют, что это непростая пряность, и ее энергетические свойства поражают людей уже на протяжении многих веков. Лавр олицетворяет собой бессмертие, целеустремленность, силу, победу над любым негативом и чистоту помыслов. Наши предки верили в том, что его магическая и энергетическая сила может способствовать успеху, наделять властью и оберегать от зла. Далее в этом видео мы поговорим о многих свойствах лаврового листа, чтобы вы могли воспользоваться этими знаниями и привлечь в свою жизнь все то, о чем вы давно мечтали, и до сих пор оставалось это все нереализованным. Как же все-таки использовать сильные энергетические свойства лаврового листа? Какое мероприятие или дело человек не начинал, он всегда хочет и мечтает, чтобы ему сопутствовал успех. И чтобы это произошло, привлеките успех в свою жизнь с помощью лаврового листа. Для этого возьмите 7 штук лавровых листочков без каких-либо повреждений, свяжите их хвостики красной натуральной нитью и повесьте в проеме входной двери. При этом трижды скажите такие слова: «Лаврушка выбрала красной нитью, их связала, впредь будет удача в доме моем». Крепко привязана в нем. Это простое действие поможет вам привлечь удачу в большом количестве в свой дом. С помощью лаврового листа возможно и укрепить отношения с помощью своей второй половинки. Для этого вам понадобится 3 лавровых листа, 1 стакан проточной воды, который будет набран в полнолуние. Опустите первым делом листья в стакан с водой, а затем трижды поверните по часовой стрелке и 5 раз скажите такие слова: «Как лист водой омывается, так и наши сердца соединяются, будут биться в унисон, наполняя счастьем дом». Одну половину воды в данном случае в стакане выпейте сами, а вторую часть отдайте человеку, который вам дорог. Эту воду вы можете также использовать при приготовлении еды или напитка. Эффект будет тот же. Лавровые листья вынесите на природу и выбросите, но так, чтобы по ним никто не ходил. Если вы хотите, чтобы ваша мечта исполнилась, для этого возьмите крупный зеленый лавровый лист, свечу белого цвета. На лавровом листе напишите свое самое сокровенное желание. Далее зажигаем свечу и над ее пламенем сжигаем лист. При этом проговариваем следующие слова: «Мое желание огнем закрепляю, чтобы сбылось от всего сердца желаю. Пепел от листа развейте в окно, свечу погасите, она вам еще пригодится». А для того, чтобы финансовое положение оставалось стабильным, а денежные накопления увеличивались, вам просто необходим будет денежный талисман. Для этого вам нужно взять большой и красивый лавровый лист, капнуть на него 3 капельки масла пачули и положить на солнышко на 3 дня, под него положив монету любого номинала желтого цвета. При этом обязательно нужно сказать следующие слова: «Лист на солнышке лежит, денежную энергию копит, чтобы деньги были у меня и не знала проблем с их отсутствием никогда». После того, как пройдет нужное время, лист разместите в том месте, где находятся ваши сбережения, а монету поместите в кошелек. С этого момента ваши финансы будут только приумножаться, а денежные потери обходить стороной. Завистливых и недоброжелательных людей очень много вокруг. И чтобы защитить себя от порчи из глаза, используйте лавровый лист. Возьмите 7 штук лавровых листочков, возьмите иголку и льняную нитку. Если же такое нет, тогда натуральную, молочного, бежевого цвета.
Далее прошите листья у основания корешков. Прошивая, повторяйте следующие слова. «Помощи у тебя прошу, надежную защиту с твоей помощью выставляю. От разных бед свою семью защищаю, с глаз и порчу отбиваю, никому из членов семьи ее не подпускаю». Подвесьте эту связку листьев в изголовье кровати. Если вы желаете счастья и богатства молодой семье, то вечером после свадьбы нужно положить в туфли молодоженов по лавровому листу, обязательно без изъянов. На рассвете нужно достать их и сжечь со следующими словами: «Листики лавровые в дом счастья притяните и его в нем удержите, чтобы молодые бед не знали и в достатке жизнь свою проживали». Пепел развейте на ветру вблизи дома. Это поможет сделать так, чтобы на протяжении всего жизненного пути молодые были счастливы и шли держась за руки. Ну а чтобы ваш дом перекрыть доступ к недоброжелателей, нужно под коврик у входной двери поместить 4 лавровых листика, расположив их корешками друг к другу, выложив их в форме креста. Они будут собирать весь негатив, входящий в ваш дом нечистосердечных людей. Каждый месяц их обязательно нужно будет менять, при этом проговаривая такие слова: «Вы весь негатив в себя вбирали, злу дорогу перекрывали. Будет в нем только счастье и добро. Спасибо вам за все. Старые листья выбрасывайте подальше от своего дома». Если вы спортсмены и хотите больших успехов, то перед соревнованием примите ванну с лавровым листом, а также положите в обувь под пятки по листику. А для того, чтобы приготовить ванну, возьмите небольшую кастрюльку, бросьте в нее 7 листьев лавра, доведите до кипения, далее выключайте и дайте настояться 7 минут. Далее вылейте отвар в ванну и искупайтесь в этом. Это поможет вам впитать сильные энергии, укрепить ваше энергетическое поле, активизировать силу духа, благодаря чему вы сможете одержать победу. А если у вас намечается какое-то важное жизненное событие, и вы хотите предугадать его и знать, как вам поступить, то для того, чтобы вам приснился вещий сон, положите под свою подушку лавровый лист и проговорите такие слова: «Лавровый лист под подушку ложу, сон вещий увидеть хочу». И во сне вы обязательно получите подсказку, как поступить в данной ситуации. А для того, чтобы уберечь себя от несчастных случаев, от ссор с окружающими, от сплетен, нужно высушить на солнце 3 лавровых листа на протяжении 3 дней. Далее измельчить их и постараться как можно мельче, и поместить в небольшой хлопковый мешочек. Его нужно будет всегда носить с собой. И он, собирая окружающий вас негатив, убережет от каких-либо неприятных жизненных моментов. Друзья, мы надеемся, что это ценная информация была, поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. А прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!